Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя, и сегодня мы продолжаем играть в игру Танки Онлайн. Играем в сочетании Hornet M3, рельс M3 в краске Prodigy на карте Безумия. Играть мы здесь будем до 25 флагов или 34 минуты. Играю я за синюю команду со своим другом Сергеем. Я пока не знаю, на чем он играет. Так, где он вообще? Ну, я знаю, что он нарит, и поэтому мы будем пытаться вытащить этот бой, потому что счет у нас 14-8. Да, счет у нас 14-8. А где у нас Сергей? Так, ну ладно, я вижу, диктатор тащит флаг. В принципе, игра на безумии проста. Тут кто хочет собирать кристаллики, собирает их сверху, можно еще и снизу. Так, ну вот сейчас придурок сталкивает, да, красавчик чувак. Кто хочет играть, зарабатывать опыт и собирать кристаллики, может стоять снизу. А кто хочет только кристаллики, не портит там все рейтинг, они играют сверху. Но кто хочет таскать флаги вообще, принимать хоть какое-то участие в бою, они играют. Так, мне тут сейчас просто спасли от этого фриза. Все, доставили флаг 14-10. Вся игра идет снизу, сверху ты только можешь просто покататься. Упс, я не знал, что здесь не проеду. Также падать, конечно, не очень легко, потому что иногда переворачиваешься. Вот это Сергей на диком фризе. Но я быстрее, чувак. Дай мне флаг. Ладно. Так. И я сказал, что я в этой серии расскажу больше про битву подписчиков. Она, скорее всего, будет проходить в следующие выходные. Не бойте, в следующие. Потому что в эти выходные я буду занят. Скорее всего. Ну, точнее, я уже знаю, что я буду занят. И поэтому битву подписчиков я не смогу сделать. Поэтому она будет в следующие выходные. Да, кстати, я теперь буду выпускать видео 3 раза за неделю. Ну, как раз в пятничном летсплее. Наверное, выйдет в пятницу, я вам скажу. Уже точно. Выходные во сколько будет? И субботу или воскресенье. Скорее всего, в субботу. Сейчас разбираем это. Блин. Дай флажок. А, извини. И диктатор, все, теперь я буду возить, отвали. Заколебали, а? Дайте мне это повозить. Я вообще-то давно стою, а ты уже только что приехал. Куда меня палят? Что-то я туплю, ребят. Откуда у меня это говно палят? Откуда? Я вообще не понимаю. Посыпались игроки. Да. Все кувыркаются. Блин, меня сейчас сольют. Неужели это ты был, козел? Пышку мне испортил. Мне теперь за тебя 3. Ладно, мы сейчас тоже эпично полетим. Так, может даже сальтуху завертим. Так, раз сальто. Ух, и нас еще шаф дал нам. Ну, мы провалились в дырку. Ладно. Сейчас опять отреспимся сверху. Да, безумие не как раньше, все-таки его изменили, и оно мне не очень нравится таким. Поэтому я сейчас стараюсь на нем играть. Да его практически не создают, я его еле-еле нашел, это на первом серве. При всем при том, то, что тут в основном хоре рельсы и другие ББПшки, я нашел безумие. Игроки как падают, эпично, блин. Прямо на разу. Фонд у нас 2400 кристалликов, в принципе, неплохо. Бублик ушел, хотя я даже не знал, что здесь играет. Так, с тобой надо вот так вот. Ты...
как можно с такими долбоёбом играть? Просто на них слов нету. Хочется ему таких пару ласковых отвесить. Кристаллики тут, конечно, сыпятся часто. Это простой, такой нифига себе у него П. Так, сносим саванну. Ну, нитро у меня мало, поэтому тратить я не буду. Итак, доедем, в принципе. Так, опять этот гром в шелесте. Ты меня за... А, ну ладно. Ты меня заколебал, конечно. У меня всего 260 очков, что так мало. Ой, сразу сколько командорчиков-то зашли. Прям 4 командора. Сейчас нас нагибать будут, ребят. Кстати, где этот ушлепок Твин? Так, сейчас Брувар. Точнее, Сергей мне скинул флаг, так. Осторожно. Едем. Командорчики остались, а другие что-то выходят. Печально. Лаганули. Так, там стоит шафт, он меня бесит. Послить. Так, нету. Так засел, что фиг его снимешь. Оп. Ну и чё, одни наши игроки, да? Я даже красных вообще не вижу. Кристаллик не смог взять. Ну что за баги, ребят? Он же вроде респался. Прямо у меня. Я думаю, меня сейчас шафт убьет. Да, вот так вот эпично мы попадаем в этого говношафта. Опа. А. Ну, как я думал, он нас сливает. Я посмотрю, насколько получилась эта серия, потому что может быть еще на какой-нибудь карте поиграю, но уже не на безумие, потому что он меня реально бесит, ребят. Так, ну что такое? Как меня бесит этот ВАЗ? Ой, ВАЗ. Шафт. Это просто убожество. И насколько я знаю, голуби теперь здесь не летят, как на том безумии, а не спавнятся. Так же, как кристалл. Да, сейчас эпично так упал. О, господи, ну что ж такое? Мне этот шафт реально бесит. Сейчас мы его отсюда сольем. Вот он, говно. Блин, еще одно зашло. Давай на минучку. Молодец, слушай, молодец. Все, пока. А мы поедем сливать того шафта. Вот этого, который стоит, да, выцеливает наших игроков. Ну такое. Все, отлично. Так. Шафт даже, по-моему, не М3. А бесит жестко. Нет, только не провалиться. Да. Чуть-чуть нам не хватило. Это бублик. Так, вот так вот и дел. Вот козел, а? Вот козел. Ну, как ни странно, я упал на бок. Мне это понравилось, отлично. Я сейчас перевернусь. Так, кто-то вот летит, нет. Что-то тут стрель. Доставил флаг. Спасу этого губа от этого грома.
Жесть, по мне шафт разрядился. Да что ж такое-то? А, вот, ну ё-моё, я не могу. Мазила. Как можно по такой ровной карте промазать? Ну, не нуб. Ой-ой-ой, перелет. Да, в бездну улетели. Раньше же была карта безумия с гравитацией. Я помню, было круто. Могли бы и сейчас придумать. Интересно, а может реально есть, просто никто не создает и знает об этой функции. Надо будет посмотреть потом. Может реально есть безумка с гравитацией. Помню, как в старые времена на голд там пытались словить. Я потупил. В надежде упасть хорошо, я перевернулся. Да, быстрее сам уничтожайся, а чё так долго. Все отлично. На них зашел какой-то генус и ушел. Так, потерял. Тебе не больше шанс, чувак. Сейчас я тебе помогу. Я же упаду хорошо, я упал хорошо. Ловушка. Хер тебя, ты меня не сольёшь. Да господи, ребят, ну блин, этот шафт бесит. Сюда надо девать этот... Как эта фигня, нефрит называется вроде... Не знаю точно, это краска или нет. Ту я сказал. Так, тут съезд есть, слава богу. Я не знаю. Я не долечу. Я долечу. Да, мы долетели, ребят. Ух, как меня... Да, и ровно 0 хп. По-моему, кстати, в Prodigy-то есть какая-то защита от шафта. Иначе бы он меня просто слил. Потерял вражеский флаг. Ну, мы, в принципе, и так тащим, поэтому... Ничего страшного нет. Только бы не перевернуться. Нарту жалко, ребят, все отлично. Пусть его убьют, я ему помогать не буду. Это просто даун, а не игрок, ребят. Таким мы не помогаем. Еще наш флаг возвратит. Молодец. Блин. Саргары. Да, круто. Мы в школе в такую херню играем. Блин, ну какого фига? Нафига я тогда поехал? Зашел голдолов. Опасно все. Голд его, ребят. Я смотрю, кстати, здесь будет. Ну, может, в конце и будет. Я был бы не против. Я думаю, я сейчас опять сольюсь. Только простой причине, потому что у меня нет норы. Так, ой, быстрее от этого рикошета, там небось еще шафт пасет. Нет, ну шафт-то вообще на меня пофигу. Даже не знаю, где он. Эпично я тебя надурил, диктатор. Так, теперь только продержаться бы. Давай. О, красавчик, еще Сергей. Сергей помогает. Прощай, чувак, без. Ой-ой, крит еще и гром. Я думал, там аптечка. Во, у нас, ребят, вот. Так, теперь самое главное, это хорошо спрыгнуть. Ну, хотя он еще где-то сверху, я помню, респится.
Да, спрыгнул я плохо. Блин, ребята, что за фигня? Вот. Как обидно, зачем я нажал Delete и спрыгнул тогда. Ай, блин, я думаю, я сейчас не спрыгну нормально. Да, я так и не спрыгнул нормально, но я, в принципе, так и знал. Ну, чувак, ну убей, будь другом, пожалуйста. Где же голод, ребят? Мне кажется, он где-то отрезался уже, просто мы не видим его. Ну, взял золотой ящик. А, это скотина взяла золотой ящик. Если бы я знал, что он возьмет, я бы поставил флаг. Нафиг надо было дать этому. Ну, просто обидно из-за того, что спрыгнуть не получалось нормально с рельсы. Вы сами видели, я на голде 3 раза. Просто так. Как спрыгивал. Так. Да уйди ты, блядь, чмо ебаное. Уже реально слов нет, ребят. Просто даун это, не игрок. Все, мы на втором месте. Заработали 502 кристаллика. А, это чмо еще на первом месте. Офигеть. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ждите новых серий. Всем спасибо, всем пока-пока. Да, всем пока.